За распаўсюджванне коронавірусной инфекции сёлета тема вакцинации супраць грыпу находится на особливом контроле. Нагадаем, кампанія у Беларуси стартовала 15 верасня. У Гомельской области прышапиться плануе больше за 560 тысяч человек. Иммунизация проводится за сродки республиканского и мясцовых бюджетов, а так само за кошт предприемств и организаций. Препараты вытворчасти России, Франции и Нидерландов, якія добра себе зарекомендовали у минулым годе, поступают у лечебные установы. У першую чергу прышапляться будут люди с групп высокой рызыки заражения. Это дети во узросте до 3 годов, люди с хроничными захворваниями, старейшие за 65 годов, тяжарные женщины, медицинские работники и педагоги. Дарэчы, ахоп вакцинаванага насельніцтва с 30% у 2011 годзе до 40% у 2019 станоўча адбіваецца на дынаміцы захворвання на респіраторныя інфекцыі і грып. Так, за апошнія гады колькасць зарэгістраваных выпадкаў зніжана на 42%. Научно уже подтверждено, что защита против гриппа, которая создана с помощью вакцин, в 2-5 раз эффективнее защиты, созданной противогриппозными лекарственными препаратами и народными средствами. Из 100 привитых пациентов от 70 до 98 не заболеют гриппом. 25-30% будут защищены не только от гриппа, но и от иных острых респираторных инфекций. По выниках анализу, проведенного сёлета, установлено, что сярод тех, кто захворел на COVID-19, удельная вага прышепленных супраць гриппу значно меньше, чем сярод тех, кто отмовился от вакцинации.